Если в вашей кулинарной копилке не хватает быстрых, простых и бюджетных рецептов, возьмите на заметку идею, как приготовить салат с сыром, яйцом и соленым огурцом. Отличный вариант для перекуса. На приготовление такого салатика у вас уйдет не более 15 минут, а ингредиенты более чем доступны. В качестве заправки можно использовать не только майонез, как в данном случае, но и сметану, например. Чесночные сухарики придают дополнительную пикантность, но украсить салат можно и магазинными сухарями. Яйцо 2 штуки. Соленый огурец 1 штука. Сыр 50 грамм. Хлеб 1 ломтик. Чеснок 1-2 зубчиков. Майонез по вкусу. Количество порций 2-1. Первым делом отварите яйца вкрутую, затем быстро остудите под проточной холодной водой. 2. Хлеб нарежьте небольшими ломтиками, соедините с измельченным чесноком и подсушите на сковороде или в духовке. Если не любите чеснок, его можно исключить. 3. Яйца очистите, натрите на терке и выложите первым слоем. Можно подавать салат вот таким образом, в кольце или в небольшом глубоком салатнике. 4. Нанесите тонкую сеточку майонеза на яйца и сверху посыпьте тертым сыром. 5. Снова немного майонеза и измельченный соленый огурчик. 6. Дополните все сухариками. 7. И подавайте салат к столу. Недорого и просто. Приятного аппетита!